что ж, мы сырнички, и вновь привет. Как всегда, сильно с выступлением затягивать не буду, лишь хочу пожелать вам приятного просмотра. Ну и не забывайте про свои лайки и комментарии. А если ты тут впервые, подписывайся на канал. Ну, а мы начинаем, погнали. Сейчас я вам покажу, как правильно ставить петли на фазана. Нашу петлю, обыкновенную, нужно замаскировать между веток, которые лежат на земле. Как только петля установлена, ищите какое-нибудь самое усратое место, типа терновника, и залазите туда в самую глушь, чтобы вас вообще не было видно. Зомби дерется. Вон он. Заметил костерок, заметил. Смотрит. Давай, иди сюда. У меня есть с собой вот такой прекрасный лук. Называется Херун. Вот сейчас я его и херну как следует. Не надо. Блять. Надо съебывать отсюда. Стой тут, мой медовый пряник. Я не умру в туалете! Не живой. Не хозяин ли это базы? В твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, на триллионах и триллионах таких же планет. Суки вы, ебаные! Дедосеры, блядь! Твари вы, пидоры, ебаные! Вам нравится дедоси, да? Чтоб вы за компом сдохли во время дед... Не понял, походу, даже откуда. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Эй, окунь! На ручку марш! Твой кореш в полицайке сидит. Чё вы молчите? Один в полицайке, другой в гараже. Ни один ни слова не говорит. Чё нам с тобой общаться, нас убить хочешь? Да, хочу. Ну вот и иди нахуй. А смотри, твой друг мог давно умереть, но я еще не убил его, я дал ему шанс. Подожди, смотри, ублюдок, мы просто хотим отсюда уйти, блядь. А ты нам шанса никакого не даешь. Не, ну, конечно, обзывать это было лишнее. Придется своего друга, к сожалению, наказать за это. А, он умер. А че он умер-то? Я же его не добивал. Вот кровотек, что ли? Словил маслинку? Давай, веселись. Ну я веселюсь. Кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Один готов, а второй с дружком не хочет выбежать? Ой, иди сюда нахуй, стой тут. Ну что ты, испугался, сладенький мой? Ну не надо, ну не стукай! Ёб твою мать! Ты чё нахуёбываешься? Хоть! Малыш, иди ко мне, иди к папочке. Оп! Оп! Оп!
Нихуя себе поймал, блять! О, похавать, спасибо. Сырнички мои, хочу представить вам такой проект, как Freedom DZ, у которого есть свои уникальные прицелы на любой вкус и цвет, какие только вам нужны. Помимо этого, у них есть своя уникальная фурнитура, которая придется на вкус как новичкам, так и более опытным игрокам, ведь она позволит увеличить количество мест на вашей базе. Также у них есть свои уникальные раскраски для бронежилетов и шлемов, которые придутся по душе каждому. Ну а также у них есть своя расширенная стройка, которая позволит вам не заскучать и сделать такой базу, которую вы сами захотите. Ну а все ссылочки на проект будут в описании. Ну а вам приятного просмотра, сырнички, продолжаем. Парнишка. Ой, так и не один. Их двое. Не понял. Что происходит? Что там происходит? Что? Что за жесть? Надо тихонечко подкрасться, пока он занят. Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Сюда. Ну здорово, братишка. Как оно? Чё ты молчишь-то, а? У меня не было выбора. Понимаешь меня, да? Мне нужно было убить его. Если ты согласен со мной, просто кивни головой. Короче, какой расклад? Я сейчас уйду, я тебя оставлю в живых. Я только посмотрю, что тут есть. О, арбалет — это то, что мне надо. Я это заберу тут, короче, и пойду себе. Ну все, брат, давай, я пошел. Счастливо тебе оставаться там. Развязывайся, все долутывай, короче. Ты красавчик, давай. Чего? А это что там еще происходит? Что за стрельба была? Вижу, парень себе целится. Ну, минус парнишка. Опа, у меня. Сюда. Давай, 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 связывайся. Ну привет, братишка, лучше не развязывайся. Что это тут у вас за перестрелочка такая была? Кто по кому начал первый стрелять? Да, алло, слышно меня? Да, да, слышно, слышно. Да мы в дискорде память тут просто по кайфу гоняем. Корову убили, кушать хочется. А-а-а, вы корову убили. Я думал, у вас тут перестрелка. Я вот парня в кустах твоего убил, да, получается? Да-да-да, мы идем на военку, думаем, как туда дойти. Но не дошли. Бля, ну да, получилось не очень. Да ладно, нехуй шуметь, я как бы знал. Я просто не думал, что так быстро здесь кто-то выскочит. Ты развязывайся, короче, ладно, я не буду тебя убивать. Да, мы чисто бедолаги, я думаю, ты видишь, он по луту по нашему. Он твой кореш в кустах. Удачи вам, сорян, что так получилось. Чё, играть научимся, давай, спасибо, пока. Давай, давай, удачи. Ну что же, мои сырнички, хочу сказать вам спасибо большое за просмотр. И также хочу извиниться перед вами на то, что пропал, как всегда, надолго. Да, понимаю, что хотелось бы почаще видео, подлиннее. Как понимаете, все мы люди, все мы живем, занимаемся своей личной жизнью, поэтому на все времени не хватает. Надеюсь, этот ролик, вправду, вам чем-то понравился, поэтому, как всегда, лишь попрошу ваши лайки, написать ваши комментарии, я всегда их читаю, отвечаю на них. Но если тут впервые, подписывайтесь на канал. Ну, ребята, до новых встреч.